меня прошло-то по времени здесь, как я убралась? 10 минуток ли прошло? 10 минуток прошло ли? Все вернулось на круги своя, можно сказать. У всех, наверное, сейчас уже есть вот эти вот мешки для стирки обуви. Я себе тоже, конечно же, заказала, глядя на отзывы девчонок. И первое впечатление, скажу, у меня в него поместится точно две пары обуви. Это Максимкины и Гошины, потому что они маленькие ботиночки. Викины, наверное, скорее всего, я буду по одной паре, естественно, стирать, чтобы тут не набивать его битком. Вот по отзывам это бесполезно смотреть и читать на Wildberries, потому что, ну, у кого как, кто пишет, что у кого-то сразу тут порвалось, сломалось, кто-то стирает там уже не один раз и все в порядке. Я раньше стирала обувь, бросала старое махровое полотенце у меня есть, и, ну, чтобы оно хоть немножко что-то тут отширкивалось. Но, во-первых, оно отстирывалось все равно не так хорошо, и все равно обувь стукалась об барабан. Я надеюсь, с этим мешком такого не будем. В общем, сейчас попробуем. И потом посмотрим с вами, что да как у нас получится. В общем, вот они, ботинки. Я не скажу, конечно, что они там супер какие-то у них грязнущие. Но, судя по тому, что у нас и не только на улицу они ходят в город, но еще и в огороде бегают в этих кроссовках. Сейчас будем отмывать это все. Ну что, готовы наши кроссовки, так как в отзывах писали, что вот эта ткань, она не отжимается машинкой вообще. Поэтому кроссы. Ну, подошва, она не идеально белая, может быть, здесь нужно было какое-то средство наносить. Но сама вот эта вот ткань на кроссовках, она отстиралась лучше, чем когда я стирала с полотенцем. Они чище. А насчет отжима это было правда. А здесь так чисто. Потому что все равно, когда я стирала с полотенцами, здесь все равно оно были не простиранное было. А Гошки на кроссовке. У Гошки на кроссовке тоже прям вообще хорошо. Идеально отстирались. Особенно подошву. Подошву, кстати, тоже мне до конца никогда не отстирывалась. А это вообще отлично. Но единственное, говорю, вот оно не отжимается. Викулька, сейчас пойдем на Wildberries. Я с молоком. У нас тут через дорогу кошка с двумя котятами. И вот, мы ее немножко подкармливаем. Хочется взять, конечно, котенка, но не знаю, я что-то не решаюсь, чтобы его пристроить. А, ну они под дом туда убегают. Кошка вышла, а котенка, короче, угнали. Его здесь гуляла женщина с собакой. И, в общем, они все разбежались, только кошка сидит, а котенка нету. Я всего лишь подметаю иголки от этой лиственницы. Прям бесит она меня. Ну что, поймала? Черный ходит, а этот нету. Что бесит меня эти иголки от этой лиственницы? Я ее летом люблю. О, Машка пришла. А осенью ненавижу из-за иголок. Раскрашивай елочку. Так ты смотри, куда раскрашиваешь-то. Ты сейчас ее вытряхнешь всю. Не надо об себя вытирать. Давай теперь вытрем, будем Максима, дай нам, пожалуйста, какой-нибудь цвет, а еще. Все утащил. Давай. Все утащил. Давай неси нам цвета другие. Желтый давай, синий, красный. Давай, давай. Ты все унес, хитренький. А мы Максимке дадим зеленый. А мы тебе дадим зеленый. Давай.
Давай будем синий берем. Шарики раскрашивай. Так, шарик раскрашивай. Елочную игрушку. Так. Теперь все другой же, шарик. Так. Ты так только много макаешь что-то. Подожди, давай другим цветом теперь сделаем шарик. Желтым. Звездочку давай. Так, молодец. А где звездочка у нас на елочке? Нет, звездочка. Вот она. Ух ты. Ого, прикольно. Знаешь, там еще можно записываться сразу на два мастер-класса. Угу. Я хочу на другой мастер-класс пойти. Нет, сегодня уже все. Это, а как рисовали, просто чисто углем или карандашами? Сначала делали карандашом, добро замечали вот это все. Потом начинали углем делать. Угу. Если что, вот это птички. Я поняла, молодец. Это, если что, два котёнка. Угу. Вика вся в меня пошла проверять кошку. Там не видно, в общем. А, вон она. Я ее жду, пытаюсь дозвониться. Она с кошкой.